Вернемся в Европу. До этого момента BMW просила художников принять участие в серии BMW Art Car, но не с этим автомобилем художники обратились к BMW. И BMW с радостью согласилась. Неудивительно. Ведь серия Art Car во втором десятилетии своего существования уже несколько утвердилась в мире искусства, в результате чего получился самый образный автомобиль, который когда-либо был в серии. Он был одним из очень немногих, кто пришел к нам, когда начал работать над автомобилем, у которого уже много лет в голове был готовый дизайн. Всего через 3 дня его работа закончена, постарайся быть как можно более уважительным к форме автомобиля, Kia рисует весь автомобиль с лицами без тела и без пола. Это машина, которая смотрит на зрителя. Его целью было создать автомобиль, который двигался даже когда он стоял на месте, и что же, глаза действительно смотрят на тебя. Ты видишь красоту этого автомобиля, и ты видишь свое отражение в этом выборе красоты, ты его часть. Ты?